Господа, кто из вас главный на сцене? У нас нет главных на сцене. Это единый ансамбль. И в этом прелесть этого действия всего. Потому что то, что я делаю, это точно так же похоже на музыку. В этом как раз и весь смысл. Слушай, давайте поконкретнее все-таки. Вот кто сказал «А»? Федор мне дал свой колоссальный репертуар, который, в общем-то, у них давно сложился, они его исполняют. И я как бы, как хороший ученик, поштудировал весь этот репертуар, что взял достаточно большое количество времени. И после этого мы составили совместную программу. А вам не обидно будет, что Федора никто не будет слушать, потому что все будут смотреть на вашу картину? Ничего подобного. Дело в том, что как музыка не может существовать без, в данном случае, без какой-то визуальности, так и визуальность без этой музыки. Выбирали произведения, которые как бы яркие, известные, на слуху. И вот то, что происходит на экране, мне кажется, только добавляет в эту музыку. А какая музыка, по вашему мнению, лучше всего подходит под такие песчаные работы? Хорошая. Да, это хорошая. Хорошая музыка. Да, согласен. Остальные не подходят. Вы только что рисовали образ саксофониста на песке. Да. Это ваш саксофонист? Нет, что? Но это такой вот обобщенный образ саксофониста. Это импортозамещение. На сцене у нас импортозамещение. Вот. А здесь я волен сделать все, что угодно. Могу пармезан нарисовать. Песок. Самое обыкновенное, что на Петропавловке можно накопать? Ну, он просто грязный песок, а вообще такой же, абсолютно, точно.